Okay, let's go on. Do you think Sarah, like the present we bought her, думаешь, Саре понравится подарок, который мы для нее купили? Денис, Мария, very quick. Okay, everybody is completely right. Right, and it's yes, it's the easiest sentence. Yes, of course. Do you think Sarah will like the present we bought her? Ты думаешь, Саре понравится подарок, который мы ей купили? Very good. The next. Yes, we like. You're best. You're the best. Very good. I not tell anyone what happened. I promise. Я не скажу никому, что случилось. Я обещаю. Я никогда не говорю, Наталья, в вашем варианте. Денис, to. Зачем вам to? Will not tell. I is, Светлана, после I, во-первых, у вас is точно быть не может. Я не планирую никому рассказать, что случилось. Да, наверное, все-таки я сейчас вот решила, что я никому не скажу. I will not tell. Вот смотрите, здесь смысл. Я в будущем, я думаю, я обещаю, вот только что принял решение, мы используем future simple. I will not tell. И после вспомогательного глагола нам не нужно никаких частичек to. Мы говорим I won't tell anyone what happened. I promise. Я никому не скажу, что случилось. Я обещаю. It's clear, I hope.